Неуклонный рост численности населения сегодня фиксируется в Бресте. В настоящее время в густонаселенной заречной части города проживает порядка 100 тысяч человек, из которых 30 тысяч – дети. Учреждений здравоохранения здесь категорически не хватало, а потому было принято решение возвести новый медицинский центр. Это будет самый крупный объект здравоохранения не только в Бресте, но и во всем регионе. Будет включать этот комплекс, медицинский комплекс, взрослую поликлинику на 500 посещений в смену, детскую поликлинику на 600 посещений в смену и женская консультация на 190 посещений в смену. К 2020 году наша система здравоохранения, в частности работа участковых терапевтов, уже будет звучать как будут врачи общей практики. Идет плавный переход, и к 2020 году этот переход будет завершен. И вот уже при проектировании этого комплекса также вот планировалось вот набор помещений, логистика передвижения пациентов, когда будут работать наши медики в команде. Это врач общей практики, помощник врача и медицинская сестра. Также имеет нюанс такой планирования и проектирования лаборатории. Многопрофильный медицинский центр строится на Краснознаменной, напротив парка Тысячелетия. Новый медицинский комплекс значительно разгрузит работу поликлиник Бреста. Здесь могут обслуживаться жители юго-западной части города. Проект строительства очень амбициозный, он рассчитан на 3 года. Это будет 6-этажное здание, состоящее из 3 корпусов. Финансируется все из бюджетных источников. Занимается возведением центра одна из ведущих строительных организаций города. Предварительно по тем проектным решением нормативная продолжительность строительства этого объекта 3 года, то есть 2020, 2021, 2022 год. Финансирование его будет осуществляться из областного бюджета 50% и с республиканского бюджета будем оформлять кредит в банке развития с погашением кредитов и основного долга за счет республиканского бюджета. Оборудование будет поставляться Министерством здравоохранения. Проект уже назвали самым крупным и амбициозным за последние годы. Значит, у строящегося центра есть все шансы стать эталоном медицинских технологий. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.